На сегодняшний день одним из немногих способов приобрести собственное жилье остается ипотека. К примеру, только в Приморском крае Сбербанк с начала года выдал почти 3000 жилищных кредитов. При этом оформить их по программе «Ипотека с господдержкой» смогла каждая седьмая семья из них. Основное условие программы – покупка жилья у застройщиков на первичном рынке. 18 октября у нас очередной этап снижения ставок. Ставки будут по программе «Ипотека с господдержкой» от 10,9% для кредитованных наших ключевых партнеров-застройщиков, 11,4% для всех остальных. Для удобства горожан Сбербанк открыл второй центр ипотечного кредитования. Его отличие от обычных офисов – специализации именно на оформлении и выдаче жилищных кредитов. Для каждого клиента здесь предусмотрена целая группа сотрудников, которая занимается только им – от консультанта до кассира. Клиенты наши смогут провести полный цикл ипотечной сделки. От момента подачи заявки, получения кредита до сдачи заявлений на регистрацию в государственные органы, не посещая их. Эти услуги банка распространяются и на покупку жилья за пределами Приморского края. Кстати, с аккредитованными застройщиками налажен электронный документооборот, что избавляет клиента от лишних поездок и позволяет решить все вопросы, не выходя из банка. Застройщики тоже отмечают плюсы сотрудничества. Это низкий процент по ипотечному кредиту и комфортные условия для наших покупателей. Быстро, понятно, удобно. К слову, до завершения программы «Ипотека с государственной поддержкой» в Сбербанке осталось чуть более 2 месяцев. Заявку можно оформить в одном из центров ипотечного кредитования, в отделениях банка и в офисах партнеров. Ирина Мокрицова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.